идем кормить кроликов. И идти на детскую площадку, идти, а потом собирать сиськи. Вперед! Эй, Шишка! Шишка! Кира, Шишка! Шишки мы идем собирать? Да! Ну так собираем. А где шишки? Где-то в лесу. Здесь шишек нет. Пойдем дальше. Видишь, трава. Да. Зелененькая. В январе. Да. А мы нашли снег. Да. Пойдем покажем. Где снег? Вот. И лед. Давай руку. Тут неудобно идти. И листья замороженные. Кто? Листья замороженные. Как это? Вот так. Рассказывай. Сегодня мы идем кормить кроликов. А какие они? Разные. Маленькие? Да. Или большие? Большие. И, ну, у этого рыжего. Ну, у этого, давай, как у меня фломастера, мастера, карандашах лежит. Вон, у него уже малыши родились. Маленькие? Да. Давай, пойдем. И идем мы через лес, да? Да. В парке. Но шишек нет. Да? Да. А где они? Возле елки. Шишки возле елки? Да. Ух ты, правда? Да. Глянь, какое дерево валяется. Где? Вот, большое. Когда я на этом лете катаюсь, и падать хотел. Падать хотела? Не надо падать. Хорошо? Ой, кто-то балуется. Я просто там посиди на красивых балочках. Пойдем. И будем смотреть на лед? Да. Все замерзло. Рыбаков нет. Каких рыбаков? Которые называются рыбаками. Рыбку, которую ловят. А рыбка тоже замерзла? Нет, рыбка плавает в водичке. Значит, на лёде можно скататься на этом. Лёд замёрз. Да. Значит, на коньках можно кататься. Можно. Ты хочешь посидеть? Да. Давай посидим. Красивые лавочки. Красивые? Да. Нравятся? Да. Садись. А раньше были другие? Какие другие? Ну, не такие красивые. Теперь такие будут, да? Да. Каждый день. Что-то новое. Да, что-то новое. Не снимай рукавицы. Мне жарко. Жарко? Да. Давай зайца. Заяц в другом кармане. Пойдем. Замерзла? Ну давай зайца. Гляди, это сделали, чтобы моржи купались. Зачем? Ну, люди есть, которые моржи. Они зимой купаются в холодной воде. В холодной воде? Да. Приходят здесь и плавают. Какие люди моржи? Ну, такие раздеваются и в трусиках плавают в воде в холодной. Как летом. Не ходите, там озеро замерзло. Озеро замерзло. Класс. А там только вода дергается. Да, там не замерзшая. Я почему? Чтобы купались. Кто? Моржи. Вот. Зайчик. Спи. Красиво тут будет? Да. Можно будет до воды выходить? Да. Деревянный поддон сделаю такой, да? Зачем поддон? Ну, не знаю, тут так придумали. Красиво? Да. Будет. Да. Когда достроят. Там йонду сделают какую-то. Кого? Как йонду сделают. Кого? Сделают йонду.
Ну да. Да. А вечером мне пойдут туда купаться. Или рыбу ловить. Нет, не туда. Там не ловят рыбу. Вон там рыбу ловят. Ну хорошо. Вон там. Где моржи купаются. Где моржи купаются? Да. На новой лавке? Да. Нравится? Опять новые лавки так сидят. Где? Вон они. Кто, моржи? Да нет, лавки. Лавки? Ух ты, новые мусорники будут. Не лезь туда. Я просто шла. Смотришь? Да, да. Залази, посиди. Опять устала? Да. С ногами только не надо. Вот так, да. Как положено. Кролик, кролик. Он спит. Спит? Да. Тихо. Я говорил, все руками снимать. Снимай, снимай. Да я снимал уже. Аккуратно только пальчики. Кушает. Бери морковочку лучше. Какой хороший. А он пал. И добрый кролик. Туда можно возвращать, а он сам чурится, будет кушать. И ест там. Подержи вот этот листочек. Мы ему сейчас морковочки туда накидаем, да? Да. Пускай кушает. А там мы будем кидать? Будет, будет. Оп. Ой, глянь, белые кролики. Да? Да? Покорми их. Нет, это большой кусочек. Пальчики не давай. Все вместе туда кинуть. Да. И вот глянь, какой красивый кролик. Белоснежный. Папа. Белоснежный. Дай мне капусту. На. А пойдем козочку покормим капусточкой? Да, пойдем. Она очень любит капусту. Очень? Глянь, как красиво козочка, злосеяна. Да, держи капусточку. Это Маша котичка там. Маша. Три козочки младшие. Держи капусточку. Держи. Будешь кормить козочку, сейчас я тебя подсажу. Нет, выше надо. Опля! Пальчики аккуратно. Класс? Да. Еще будешь кормить? Нет. Нет? Сам. Сам? О, сено лошадкам повезли. Пойдем посмотрим маленьких кроликов. Пойдем. А где вы видите? А там нет? Там нет, тоже. Нет. Они все здесь. А, все здесь. Там нет. Лошадки. Туда нельзя, Кира. Нельзя, 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 нельзя. Пойдем. Туда нельзя. Кроликам. Лошадки там, лошадки, да. Лошадки, да. А здесь кролики, а здесь кролики. А там кролики, лошадки. Кролики. Да, туда нельзя. У него большие, такие большие, да. Большие, большие. И тебе большие. На. Пойдешь, пойдешь, пойдешь. Ой, как вас много. Это надо в магазин идти.
Пойдем. Прям... В кормушку, да? Прям на кормушку. Да. Будем ложить хлебушек? Да. А ты знаешь, что же... Нет, там есть еда. Там есть чуть-чуть еды. Ложи еще. Так, я посмотрю. Там пока не надо, там горный. Там много? Да, много. Только туда надо. Туда надо? Ну, да. Давай я тебя подсажу. Готово? Да. Вот сюда? Да. Ложи. Ой. Ой. Еще не нравится. Еще. Ой, молодец. Ты самая добрая девочка для птичек в этом году. Пойдем. Папа. Что? Глянь. Что? Ой, сигаретку вот там. Возьми. Зажигалка. Зажигалка, возьми. Зачем? Курить будешь. Нет, спасибо.